кому подходит персональное управленческое искусство? Всем. Всем. И тем, кто начинает управлять людьми, и тем, кто более-менее средне управляет, и тем, кто классно управляет. Всем оно подходит. Всем оно прибавит. Одному одно, другому другое, третьему третье. Что касается принципа приема профессионального менеджмента, то оно для понимания хорошего требует уже определенных навыков и накопленных управленческих проблем. Потому что, когда у человека проблем не было, он слушает, так сказать, рецепты, ну, не очень внимательно, потому что ему это не очень актуально. Поэтому этот курс «Принципы приема профессионального менеджмента», он для тех, кто уже имеет управленческий опыт.